кассете был даже. Круто, у меня есть каблуки, теперь с помощью каблуков я могу копать. Вроде логично. А, металлические ящики открывать не могу. Острые каблуки, прям вот у кого фетиш на это дерьмо, это прям вот такого, да, хочу, чтобы эта летучая мышь не наступила на яйца, блядь. То есть то, что у нее сиськи, это типа нормально, да? Да. Так я, главное, вчера еще и с тем рейдом и пришел. Правда, это... Да, потому что ты сам оказался в этом рейде. Я просто смотрю, а я у тебя уже, думаю, о. Не заметил. У меня браузер свернут был. А тебе типа приглашение пришло там от него или что такое? Ну я просто разворачиваю, смотрю, типа я с рейдом XP я пришел к тебе. Думаю, вот это совпадение, ничего себе. Да-да. Поэтому я и начал подозревать, что это опять ты. Не, ну они ж тебя не знают, они ж спидранеры, у них своя там шайка. Ну, да. А все стриж про тебя знает. Оу. Ну, слишком боль. Не, ты ж это критика ведешь. Группу. Ну, группу это да. Я туда иногда закидываю репост. Если бы у тебя хотя бы Чип и Дейл в тот момент был, да. Хотя я не думаю, что им будет интересно. Ты ж не по стратам все делаешь. О, нет. Я же не смотрел эти всякие приемчики. Может, никого просто больше не было в разделе рэпа особо. А, или ну может. Червячки приглянули. Червячки клево. Это не такие. Убегай! Блин, у вас там что-то по-другому озвучено так. А у вас украинская озвучка была? Да откуда? Ненавижу, блядь, миссии на поиск предметов. Самая востребованная игра как фанат. Да пиздец, блин. Фанат. Пока... Ну да, игра от фанатов, да, это другое дело. А ведь Sonic Mania сначала там фанаты какие-то делали. Какие-то, которые сделали Sonic CD, но не до этого еще что-то... Ну, в смысле, портировали Sonic CD, они до этого что-то еще свое делали вроде бы. Ну да, просто я слышал там, что им, мол, Sega потом написали такие-то, что «Во, мы видели там вот бла-бла-бла, вы делаете...» Получше нас и Горины там вот. Давайте вы за нас делаете Sonic Mania. Интересно, что же это за человек, который хотел бы трахнуть летучую мышь? Бэтмен? Джокер тогда уже. То, что он даже признавался в этом. В том мульте было, типа, я не ебу летучих мышей. В каком? Ну, в Харли Квинн вот этот новом мульте. А, окей, но в одном комиксе это когда у него спросили, ну, были он Бэтмен, он сказал, блядь, была бы возможность, я буду. Панин, кто еще? Не, погоди, Панин у нас по собакам. Тут вообще не особо они на кого-то не похожи, они все одинаковые. Тут они... Ёж похож, не изучил мышь. Тут все похожи тут на друга. Бля, я ударился об огонь, когда выпрыгнул. Ну ладно. Если так, в одном комиксе Джокера козу ебал. Серьезно? Зачем он это делал? И он типа один из for the lols, блин. Так, где он? Относительно в недавнем, когда я еще послежу. Блин, кошмар какой-то.
Так, походу нужно из ракеты пульнуть. Так, чем бить? О, как цветочек нашел. Хоть не бэтказу. Блин. Блин, ну явно же наверху там где-то это говно. Но если так подумать, если он этим занимался под нужным предлогом, то про это можно было бы снять оскароносный фильм. Ну да. В наше время, блин, Оскар можно получить, мне кажется, вообще за все что угодно. Он трахнул козу, но ради искусства. А, ну тогда да, Оскар. Если ты еще и черный, то вообще черная, черную козу. Нет, за черную могут осудить. А если ты сам черный? Ну ладно, черный Джокер, норм. Why are you so serious, motherfucker? Бля, было бы неплохо, я... Да, блин, есть версия черного Джокера, Рили, мне теперь хочется посмотреть на нее. В Arkham Knight был негр-боксер, зараженный кровью Джокера. А. Окей. Но лучше про Arkham Knight не говорить, я помню, Антич не проходил точно, я тоже. Ну, да. Я просто его собираюсь. Кстати, потом. Вопрос про Blazor я вроде недавно заиграл. Как там оптимизация на PC поправилась или все так? Только? А, хороший вопрос, кстати. Я слышал, что там они что-то поправляли, но не знаю, насколько удачно. Привет, белозист. Не могу сказать, так как проходил на относительно мощном ноутбуке. Ну, даже он так вроде на мощном довольно. Второй был раньше, по крайней мере. Просто реально интересно, как она там даже, ну вот на относительно не мощном ноутбуке как раз, как она и работала. Но по ощущениям проблем не нашел. А, ну значит неплохо. Я вижу, твоя голова начинает покрываться растительностью. Блин, у меня не HD же камера, как ты это видишь? У него просто фетиш на волосы, да, я заметил. Приятно, когда игра 4 на 3, я могу полностью теперь твое окно твоего чата видеть. Просто мне на втором монике обычно этот мой чат. Сейчас у меня полностью на другом. Так что я и чат вижу хорошо теперь. А то мне бывало такое, тебя что-то убивает, а я вижу, как ты из-за чата вылетаешь моего просто от удара. Я не знаю, что тебя ударило. Да, ну если белозист меня даже этим солистом Бонем видит, то он видит все.
Не раздевай так, отвали, зевай как хочу. Ты не моя мать, твою мать. А, ты мне не мать, твою мать. Я помню, это нас так перевели этот момент, когда you're not my motherfucking mother. Или мафин. А, нет, fucking mother. Это СМИ или маленького озвучил, как будто больше. Бля, мне интересно, вот как бы снялся бы Сэмюэль Джексон в Томми Вайсо фильме. Да, Сэмюэль Джексон лайк аниме. Yes, I do. Hentai too. Ха-ха-ха! Такой, блядь, старикан. Блин, я херею каждый раз, он не выглядит на свой возраст, и поэтому все забывают, сколько ему лет. Хай, мазафакин Майк. Ну, кстати, да. Мазафакер Майк. А ты любишь уровни, блин, на поиск предметов? Мне просто вот, блин, в Сонике они отвратительные, пиздец. Ну да, смотря как реализован. Тут, по сути, тоже надо искать предметы. Ну да. Так. Просто когда тебе дается такая небольшая лока, ты по ней бегаешь, тебе вот именно вот эти там три предмета найти нужно. О, Big the Cat, вот он где, сука, он тут рыбачит на он базе, нифига себе. А я думал, что он неиграбельный персонаж. Хотя, блин, за этого ублюдка были самые отвратные уровни, так что слава богу, что их здесь нет. За него рыбачить надо было. Ну знаешь, Соник все дела. Ну, да. Рыбалка, блядь. А когда ловил рыбу, всегда такой. Эшка! Сыкает! Вот это. Чувак, нет, это не Дримка, это Пека. Dreamcast у меня есть, но у меня для него провода нет нужного, чтобы не в черно-белом варианте показывалась игра. Просто луна. Чё просто? Просто мантра луны, а то луна солнце. А. Ну фу, бля, на опеке играет. Фу, бля, глазит. Это Dreamcast 5X. Я, кстати, так не понял вот эту шутку, которую Морган скинул, типа то, что Xbox это Оби-Ван, а PlayStation генерал Гривус, блять, из Звездных войн. Я не понял сходства вообще ни разу. Просто некоторые вот уже как будто делают мемы ради мемов просто, чтобы быть в теме, ну, на тему хайповую, но при этом не могут придумать что-то смешное и связанное. Да.
просто не понимаю, чем Морган в этом смешно шел. С Релаем причем. Что-то они про арбалеты там сидели, терли. Так, Шэдоу говорит, это оружие, которое способно уничтожить целую планету. Это что, пукан Морди? Или тут думать, фу, бля, фу, нахуй, да-да. На тебе, ты твою пеку, фу, бля. Но не было бы у меня пеки, белазист. Не было бы и стрима. Опять диснейский замок этот. Ну, у тебя, имею в виду, там белый просто этот замок с синими вышками. Сразу мне напоминает диснеевский почему-то. Ну там сине-белая палитра как раз на логотипе, кстати, так что логично. Выкини пеку, нам не нужен такой стрим, фу, бля. А как мы будем стримить без пеки? Только на PS4 я могу там в этом стримить. И то там чат кривой и так далее. И ограничения в играх. Не будет говорилки, чата, все. Картинки не будут прогружаться. Оповещения о донатах не будет. Булки не будет, и это звучит тоже неплохо. Почему булки не будет? Что, ты пришел? Подумал лучше о прическе и группе Бонни М. Зачем? Так, что там у нас? Ночь, мать, лето, солнце. Это огненный, что ли, какой-то плыв? Да. Но он огненный совместно с каким-то энергетическим еще добавил. Ага. Желто-красный такой тот. Mm-hmm. Так, теперь ночь, солнце, ребенок, земля. Фразу не подведите, нет, типа не обломайтесь там вот туда, не провалитесь, don't fail, don't fall. Так, берем ликер бессмертный, так называемый. Ну он только на словах бессмертный, ты как бы умираешь и, и воскресаешь один раз с 32 хп, короче. А, ну хотя бы так. Как в Секире каком-нибудь. Ну да. Там не полное же хп тоже. Жизнь, короче, небольшая, так скажем. Ну да, да. Шанс последний. Так, теперь что, мне, по-моему, надо... Холмы-то века. Эгман просто заставил тебя заплатить за это. Человек-паука вспомнил, когда он в черном костюме Шокера там вот собирался скинуть. Пришлю чек по почте.
блять, ну там даже на английском языке пиздецкий чувак круто озвучил, конечно, Паркера орущего, и я долго ржал с этого дерьма. I will chase you to the end of the earth! Что такое? Сука, не могу повторить это дерьмо, это слишком... Он прям так просто голос мне как будто ломаться начал. Текстуры на русский язык перевели, блин. Не во всех лицушных изданиях такого видишь, блин. Ай, прощи. В каком-то фильме же был, где Вуди Харрельсон там это пошел отлить и там член себе ширинкой прихуярил, блядь. Чего он так произнес? Он, наверное, ёж говорит там, блин. Может, это японская озвучка, кстати, вообще. Ёж. Блин, мне эта морда, которую ты видишь, это напоминает почему-то чупа-чупсы такие были там с собаками и так далее, крокодилами, кажется. Пластмассово, вот это хуя это. О, господи, я сначала думал, это катсцена, а я, оказывается, за Эггмана реально походить могу. Нифига, ты смотри, как он бегает. Нихуя. О, I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Он просто так медленно, если это... Чуть-чуть совсем стик это натягивает, и он медленно так идет, это, блин, бальяшно. Бля, вперед не получается так почему-то. Во. Неудивительно, что на роль взяли Джима Керри, я теперь понимаю, да, почему они его взяли, потому что вот так вот. Это ж Дизи на максималке. Петух, хотя я его не убивал, но я почему-то он есть. Ха, но на того видел, да, или нет? Не, вообще не видел. Тогда это говно. Джафар, блин, Джалар, блин, какой. У него забавно, он когда клюв открывает, у него оттуда рука с кулаком такая, больше его в три раза вылезает. Я уже, ну, мускулистый, небось, такая еще. Пока скажу вам встретиться.
Так, мелкий секрет. Просто немного мифологии разбираем. Да. Тут я убивал Фафнира. А сам Фенрир. Фафнир понятно, это дракон. Тут претензий нет никаких. Но Фенрир был волком, а тут он как дракон какой-то механически изображен. Ну, японцы, конечно, там мази. Ну да. Ну тут как раз тоже это еще обсуждали, то, что этот Соник, ну чувствуется, что его японцы делали это. Потому что здесь граничит лютая пафосность с абсурдом там лютым. Любят они это делать. Сейчас пойдем бухать на 90-м теке. Ребенка на самолете, да, можно чувствовать себя гениальным ученым, да. Я просто Тейлза подхуярил за Эгбу вообще. Так, сейчас на перекурчик бегаю еще.
чип должен быть, но что-то я вот тут не наблюдаю. Ладно, хуй с ним. Ты своей головушке вентилятор прикрывал, хитрец. Блять, ну да, вообще так закрывал. Блять, ты жирный. Интересно, наш шахматист. Луис шахматист. Что это за обзывательство? Какой-то старый. Тюфяк ты. Ну да. Теперь надо будет ходить по всем комнатам, где я мочил Рототоскара, и использовать там манту, чтобы сразиться с его настоящей формой. Так, одна.
сходить там пару конвертов. Еще ачивку есть, который харассмент называется. Харассмент? Ага. Че, Кевина Спейси найти надо? Надо на чувака перцем посыпать. Окей. Блин, да, две подряд как будто. Зачем это, сука? Вот говорят ей это, у тебя есть 15 минут, а мне и 5 хватит, и из-за этого у меня 5 минут, а не 15 на поиски, блин. Вот тварь. Как Спанч Бобби, типа это. Чё ж там было? Тут, короче, тоже с цифрами там, блядь. Да, с желаниями там было. Да, у тебя 3 желания. Ерунда. Давай 4, блядь. Такой, окей, 4, нет, давай 3. Ладно, 2. В конце. Да-да-да. У тебя, блядь, вся 3. 3, сука, у тебя желания. Так, еще одну тут в этой локации, но с другой стороны. Ну,
Да блин, спустись ты. Так, теперь надо блядский. Как его тогда достать оттуда? Фак, блин, а как это открыть тогда? Наверное, апгрейд какой-то, блин, пропустил. Челька. Thank you.
Эх, одновременно умерли. Бля, это не в счет, естественно, да? Ага. Да. А, ну хотя бы так. Врата преисподней в правильном порядке проходить. Врата в преисподней? Mm-hmm. Не знал, что тут такое есть. Здорово. Там мы трейлер показали. Чё показали? Трейлер «Звёздные войны» Squadrons. А, ну да, они там говорили, что будут делать. Кто ещё на PC Game Show? Я чё-то прям загорелся, прям хочется. Да? Да, там чисто пилоты будут. Ну на это да. На тайфайтерах, на X-Wing'ах и прочем гонять. Я такой пилот. Я помню этот, когда в Лего Звездные войны играл там по трилогии приквел. Uh-huh. Эпизоды эти там, когда на орбите там война этот с этой торговой. Федерации. Да, да, там прям этот момент такой ух, прям вообще. Ну тогда ты мог бы поиграть и всякие там как раз TIE Fighter, там, которые называются. А я да, знаю, я играл, но они уже устаревшие такие довольно, такие медленные, прям жуткие. Ну, медленно-то, да, но устаревшие в плане механики не сказал бы.
Но все равно в такое уже играть, не знаю. Просто Лего Star Wars — это вообще мега аркада, да? Да, да, но там вот именно вот эта вся атмосфера, там все вокруг летает, стреляет лазерами кругом, там на орбите какая-то хуйня происходит, вообще здорово. Это да. А Battlefront, кстати, да, в Battlefront вот это охуительные бои вот эти. Ну, Battlefront много шекелей стоил, и то он только сейчас появился на этом. И даже вообще он даже в Steam еще даже не появился. Ну, в Steam нет, да. Так, хотя они там сейчас потихоньку переносят свои игрушки. Дьявол. Блять, я не понимаю, а что мне делать-то? Так, я же так и делал, что-то мне подсказывает, что что-то... Ну, вообще посмотрим. Очень странная какая-то хуйня. Блин, я по-любому какой-то апгрейд не нашел, блин. Флинстонов нет, не видел. Порылое правление, пиздец. Чё, как шахматы, Морган? Проебал все полимеры. Когда турнир?
Не, недоросные еще такие вещи. Возьмешь ты себе тоже какой-нибудь никнейм, как Луи, типа гроссмейстера в маске. Хотя это у батя его гроссмейстер был. А он талант в маске, там что-то такое был. Его назвали. Ну да, да. Эта штука люто пропахла моим хуем, блять, говорит. А я тебя не буду. Каком-то с газом было, понятно. Это идет? То есть теперь сразу предпоследний босс сидит. Сейчас сперва надо в деревню. Во всей игре уже аж предпоследний. Да. Ну ты, в принципе, это уже. Да, сколько стримов там было, чего удивляюсь. Ну да, это 12-й. Куда ты, дура, блин?
А, нет, блядь, зачем я туда прыгал? Блядский потолок. Деревня обитель зла, там вот Литл скинул постер, и там деревня дураков. Но все равно забавная хуйня. Посонит. Дракон там у нас дрен. Дракон? Из Горько. Сука, ты помнишь цитату из Горько, серьезно? Бля, ну чувак, ты чего? Ну-ка, блин, отформатируй мозг, нахуй. Ну, слушай, а он чего нет? Заодно какие-нибудь игры старые сможешь перепройти это заново. Еще раз, смертельное оружие смотрит. Блядь! Самое главное, нахуй. Таким голосом из игры, из какой игры, то ли из Соника, который голос Эггмана, что ли, Пумбы. Тайминг потерял. Да. Блин. Нет, вон он же. Ну как его поймать? Фак! Нет! Он теперь в другом месте же появился. Ладно, кем он тут где-то близко.
поехал с своими кристаллами, не то слово. Блин, я ж залез уже! Да, это изумруд, а не кристалл. Кстати, Лита, а ты говорил... А, ну да, ты порт говорил, то, что там до этого... Поздно уже, все. Я просто хотел выебнуться, то, что там как будто игра все-таки раньше вышла, чем он сказал. Но нет, все норм. Окей. Привет, гуру. А вон и я. И вон, к тебе сейчас присоединится еще один человек, который будет говорить то, что у меня руки из жопы, то, что играть Соника не умеет и так далее. Да. Да я не про тебя, блин. А я знаю. Я про твоего брата, блин, не знаю. О котором ты никогда не знал. Тройняшки мы просто писать ходил, да? Чё? Это пиролаж старый. Там, вот, близнеца стоят такие, к ним мужик пожарит, о, вы чё, двойняшки? Да, у меня никогда ещё не было двойняшки, да? Ну, в смысле, вас двое, вы одинаковые, значит, двойняшки, он там допрашивает их, там, дохуя времени. Там вот еще один чувак такой же подходит, говорит, да что ты доебался? Тройняшки мы описать ходил. А там так и было, ты что, доебался? Да. Ералаш 18+. Ералаш. Мама, хочу младшего братика. Ты что, больной? Он же спит. Пора, пиво. Ты что, он же спит, ну? Да. Нет, ржак лютый был. Так, мне нужно желтый открыть, а то какая секция? Б.
Да. Блин, вот ненавижу вентиляторы здесь. Я не вижу нихуя. Я умер там за кадром. Класс! Ну ладно. Люблю камеру. Да, здесь вообще охуительная, здесь Эггман это Пумба. На Кракене есть свои смайлы, вроде нет. Здесь не столько стены нужно копать, здесь сначала нужно понять, где находится изумруд, потом открыть сейфы там еще. Ты ж проходил. Ну давай, блядь, снимать штаны, сейчас лупить тебя буду. Зашпиздёшь, блядь. Это нахуй на кольцо. Блядь, да у тебя чё за фетиш появился такой? Нахуйный какой-то. Нахуйное кольцо. Нахуйный фетиш, блин. Никуда не пойду, пока не... Ты никуда не уйдешь, пока я не узнаю, как эта штука работает. Сейфов не попадалось. Окей, Гуру, такой вопрос. Как она может здесь копать, если она еще не получила апгрейд на копание этой стены там, вот, и так далее? Блин, не тот сейф открыл еще. Где ты? Они рандомные, да. Но чтобы у тебя вообще в сейфах не попадались, это интересно. Но здесь ты в этом уровне еще не умеешь стены копать, я тебе так скажу. А, заново-то придется сейчас, сука. Бля, блазом на ногу я, сука. Че? Синдром Хоббита сидит и фапает, думая о Фродо, и говоря что-нибудь вроде: «О да, Фродо, надень мое кольцо». Нахуй на кольцо. Мистер Фродо, Сэм.
Люблю, блядь, запускать эту ракету. Я не могу ублажить себя за вас. Но я могу ублажить вас. За себя. Задел кольцо и хер пропал. И хер туда, и плов готов. Медаль ачивку хардкор. Поняли? Соник это, блять, хардкор. Какая ачивка? Зачем играешь вообще? Да и встроенные ачивки есть. Никому. Чего? Встроенные ачивки, ты на чем играешь? Че, на пеке я играю. Здесь есть встроенные достижения в саму игру. За которые ты там всякий концепт открываешь и так далее. То есть оправданные ачивки, понимаешь? Когда-то ачивки давали контент. Ну да. Еще когда-то, не так давно это было. Это вполне себе... Мало игр сейчас есть таких на самом деле. Вон он же был, сучий потрох! Это было... Чего было позавчера? То, что позавчера вышла игра какая-то со встроенными ачивками? Блин, самое жопное, что они тут рандомят место, где прячется этот, блин, изумруд постоянно. Так, не-не-не-не. Гуру, прикинь, оказывается, друг или знакомый, не знаю уж, Литл озвучивает Соника. На украинском, что ли? Чего? На украинском, что ли? Почему на украинском? Литл же Гриффинов не на украинском озвучивает. Ну, мало ли. По-моему, они озвучивали на украинском. Нет. Он из Новосибирска вообще, вот говорит Литл. Просто у Соника есть две фазы, ты просто... А тут... Так у него все равно один и тот же голос, вроде как. Наконец-то, блин. Голос обычного Соника, голос голоса Соника. Красивая тянка, жалко, не переходится. Ой, я ранг А даже получил в этой миссии, нихуя себе. Ну все это ради ранга А было, короче, пацаны. По-любому. Flying Dog. И не было... Чувак, это сейф был сейчас. Чтобы в него можно было пробраться, нужно переключатель нажимать.
чтобы вот мигали вот эти иконки. Чувак, ты не проходил эту игру, все. А, я не верю, все. Шерлок прям. Нет, ты не понимаешь, да, да, да. Это другое, трейдмарк, да? Блин, неважно. А может с ящиком? А, ну да. Аргумент сделал всегда. Не важно. Шахмат, Кивич. Нет! Ты такой, почему? Да не важно, просто нет. Этот чувак не убивал этих людей, но он их убил. Не важно. Пизда твоя фамилия. У меня 007 колец, значит то, что я агент. Нахуй? Чай? Я не услышал. А, ну да! Я просто это, блин, логически догадался, что мог спросить, блин. Со звуком. Пиздячее, блин, кольцо. Блин, смотри, у нее не только сиськи трясутся, но и уши трясутся по физике. Ну, а у Shadow там Crysis в джунглях, или Far Cry. Блин, вроде Тянка же, это девочка, которая показывает, которая с Shadow там была, так скажем, в отношениях. Ты будешь мишкой в моей кровати, блин. Ей же вроде там лет 10, что ли, 9 было, а ей здесь губы так накрасили. Картавый Shadow, погнали. 12. В 12 в Японии почти легально. А в Японии там с 14, что ли, что-то такое же. Так, ты видел этот щит, чувак? Меня в самом начале уровня сбросило просто с уровня. В Японии не важно, сколько тебе лет. Зашел в автобус, для просто. Ко всем. Это сдох, блин. Бля, это эксченж сразу вспоминает. Чувак превратился в бабу. Опоздал на урок физкультуры. Физрук тебя выебал, блин. Пока ты ехал на автобусе и опаздывал, тебя там выебали, блин. Куда выебали? Как будто в России, не ебали. А не в Японии. Так, что ты мне скажешь? А, подкатом то, что называть. Не, давай добивай это, Ион. Кто-нибудь, пожалуйста, переведите, что Ион там на хомячем написал. Трудовые. Выебудни. Ну да. Именно так. Не трогай меня, врач. Ну вот в Хентай, да, так примерно говорят обычно. Как
тебя убью. Ну про это не скажу уже. Shut up. I kill you. Ну я так все довел до последней формы. О! Литл стал суперменом. Розового цвета. Твоих снов? Знаете, что с... знаете, что Супермен на Nintendo 64 играл? Да. Через кольца пролетаешь. Да, прям через нахуйные кольца пролетаешь. Ну все, да. Любое кольцо теперь у тебя будет с хуй мое сыр. Счастливый ты какой. Зато ты знаешь, что им на день рождения подарить. Нахуйное кольцо? Дота. Ну не, лучше давай. Вроде одно и то же. Почему я тебе скажу, что я купил ее? Нихуя. Не, прикинь это. Тебе придут однажды, скажут, вот тебе это. Пас на доту. Я как лайк тоже сижусь. Вот же, блядь. Куда в... О! В воду. Которая лучше, чем в Deadly Premonition бежал. Просрал тайминги, пейсы, страты стейджа, рауты и паттерны. Начинай сначала. Ну да, взял такой First Run в этот. Все это вот всрал. Ща, или вот тут. О, а чё это? Чё это тут у нас? А, блин, ну круто, да. Мне апгрейд нужно было забрать. Ой. Каос висрал. Чё там Каос контроль вроде говорит? Есть какой-то Sonic Forces? А я хочу Sonic либо Special Forces, либо Opposing Forces. Блин, мне прёт, что Shadow в этом переводе картавит. Может, он достаточно старался такой? Он даже не «р» делает, а старался вот так прям. Дарался. Пинарался. Ах ты, пидор. Следуй за мной, я знаю дорогу. Через кольца. Все уж терпи уже. Блин, когда тебе вот слушай это, я представляю тебя вещи. Ты машину водить умеешь, кстати? Естественно. Просто. Не, что естественно, я не умею, например. Это, короче, это просто к тому, что ты такой едешь по GPS-ной карте и там потом на кольцевой ты такой. Вот опять такой. И приближайтесь к кольцу. Ай-яй-яу, блядь. Ай-яй-яу! Ай. А что такое Sonic Suggest? Это как Sonic SS? Поиграю в этот... на Wii. Ну, это геймкубовская версия этого. Shadow. Чё за Shadow? Shadow захочу. Да. Там где из пистолета стрелять? Да, там еще ее Джеймс Рой как-то чуть-чуть затрагивал. Mm-hmm.
Нечестно. Давай, скажи. I dare you fucking ring. Бля, теперь ты каждый это там это. My ring is outside. Что-то говорит Хильви. Ты такой. Как же ты Властелин колец теперь смотреть будешь? Кольцо, бля. Одно кольцо. Но был появился умник, который всех напарил. У него, потому что он сделал супер нахуй на кольцо. Да, вот такая вот загогулина. И у него кривой хер просто такой. Как твой сестра. Как в этом. Как этот фильм-то, это голый пистолет был-то там, где сексуальная деваха такая была, да, если садится, там, она там потом перед ним раздевается, там такая телем, ну, такой хуищенный, кривой причем. Да, где, я не помню, где это был, вроде, да, один из голых пистолетов это был. По-моему, последний. И он поворачивает с камеры, еще снимали, он такой, типа, ааа, нет, типа, нихуя себе. Да, не окривил. Семь колец Хаоса. Такой здоровенный, реально, кривой пиздец. Буквально прям. Профессор говорит. Просто тут должен быть грустный момент, типа он вспоминает эту тянку мелкую, Марию. Еще и Мария зовут, они специально это сделали. Мария. Жо Мапель. О май. Шедо. Да хэджхог. Ле хэджхог. Бля, как ее будет ёж по французски интересно. Ля ёж. Профессор говорит, ай да надо. Чё такой грустный? Я бы продолжил. А помните, еще были такие эти, это... кольца с леденцом вместо камня? Да. Вот-вот. Бог. Да-да. Ну блин, мы походу супер новый фетиш сейчас создадим кому-то. Из тебя, блять. Нормальное кольцо. Надо было всего лишь вас немножко подтолкнуть. Давай, смотри, давай, олимпийские кольца, давай. Это, блин, безумие, блять. Как прыжок. Нужно всего лишь немного подтолкнуть. Это очень, это в этом, господи. В Dark Souls чуть в доте не сказал. Вот кольцо предела. Кольцо сдерживания. Эх, тут по золотому кольцу. Ты на свадьбе точно проиграешь, если будешь жениться, потому что можете обменяться кольцами, ты такой... Да, ширинку расстёгивает. Я такой, говорю, чё, прям здесь? Ты реветь начнёшь от смеха, мне кажется, бля. Боже мой. Что у нас тут, блядь? Соник 3, чтобы попасть в бонус уровень, нужно прыгнуть в гигантское кольцо. Ну да. А у нее окажется стропон. Да нет, там без стропона, прикинь, вообще еще хуже будет. Что там значит, как раз вот день была, как. Да. И Морган такой. Дорогой, ты где? Я на кольцевой. Этого кролика нельзя убивать, почему он окольцованный. И Бакс Банни такой, угадай, где мое кольцо, док. Пикчан из губ. Да. Нее. Такой, one shot, да? Shot cock. Вот именно, да.
Пог. Пог. Я пак, припок от... Это фишки. Чё? Фишки такие, блин. А, точно, пог, кстати, это, да. Блин, нифига себе, они даже на газете текстуры поменяли, там, текст, чтобы русский был охуеть. Miles Tales Prower, блин, господи, реально его ж так зовут. Полное имя, охренеть. Блин, ну вот, кстати, насчет игры Джей Молчаливый Боб. Выглядит пока что так себе это, но поиграть можно будет. Это где этот битэмап? Да, да, да. Ой, так она же давно еще планировалась, там этот ролик был, где. Да, но все равно, ну такое-то. Ничего выдающегося прям мне нет, это чувствуется, она будет посредственная. Там разработчики довольно-таки крутые, там этот чувак, который за палку истины ответственен. А там еще там за какие-то игры. Ну, за сценарий, небось, какой-нибудь там вот. Ну, он геймдизайн. Блазер, там рисованное, я вот видел. А там 8-битное. Да как же, как жаба будет, ну тогда надо будет спросить Пашу, это, чем же она похожа. На Sims. Need for Speed начался у меня тут. Я рандон. Кстати, это, Антич, помнишь же это мелодия из массовых шоу, которая там вот это вот, блядь. Да. Просто это я сегодня врубал, пока я рисовал, сидел там это вначале. Это и потом Little Gold зашел, вот это, и такие сидим, это Тимон, и Тимон, да. Блин, мне кажется, блядь, я ж... Улетел с трассы, блин, это от этого. Короче, Уруш реально гребаный автомобиль на хер похож с яйцами. Нахуйный. Хуёвый автомобиль. Да блин, не. Born to be first. Сейчас, Блазер, прочитай, что там? Казалось, что Бэтмобиль из Batman Forever похож на главную тему Фрейда. Да, главное, что ей подходит размер. А как Павел вообще проходит игру? Блин, Гура, сука! Сука! Я думаю, до него не дойдет, это ж было! Достает и берет себя в руки, блядь. Ну, здесь хватит, я слишком велик соблазн шутить на эту тему. Блять, ну в Гриффинах это было пиздец смешно, когда там гимн, че ли, не гимн Америки, а там вручение Оскара было или что-то такое, то все стали хлопать, начали это, а Джо Свонсон, который в кресле каталки такой сидит, и рядом с чувак стоит, встань ты, бесчувственная скотина, вообще. Чуть не вылетел. Да, если бы игра была похожа на Battletoads, то Пашка бы, наверное, рубил с плеча, я бы сказал. Блядь! Ох, нифига себе, я столько дополнительного времени взял, то что оно у меня не уменьшается сейчас даже. Либо заглючило игру, я не знаю.
Рубить с плеча это да, и вот это вот новенькое, кстати. Ледяной лобок. Лобковая атака была бы круто. Лобака. Лобака. Лобаки, это как рубаки. Так, сейчас должно получиться, иначе пизда. Продолжение следует. Что за фигня произошла только что, пацаны, не понял. Почему я так долго ехал, это, блин, почему я... Что еще музычка здесь? О, завалил? Грац. Чары ебаные. Я там игру скидывал, вы как насчет погонять потом? А я не видел еще, что это? Да какой-то, походу, либо он сейчас бесплатный, либо фри-ту-плей, но вообще кооперативный шутерок. Это космическая тема, хоррор там еще. Хоррор. Хоррор. Dead Space 3, блядь, что ли? Нет. Дед Мороз 4. Что? Хоррор? Я такой, я знаю, что ты делаешь ночью. Я за тобой наблюдаю. Сан, Дед Мороз, ну как же мои грехи? Я позаботился. Они. Тебя что, Дед Мороз заморозил? Да. Блин, ну вот если бы Едуш бы за нами гонял в этой игре, было бы страшно, реально. Да ёбаный рот, блядь. Да, да. Я же говорил, нихуя не выйдет, блядь. Ёбаные пеликаны. И ты такой, оп, а я же с пеликаном играю. Больше подходит. Является такой Дед Мороз и плохая марка. Это самое приятное имя дело. Ну, он такой, ха. Hi, Mark, anyway, how's your sex life? You've been naughty, ха-ха. Томми был бы охуительным Сантой. Упал в воду, которая лучше, чем Deadly Premonition. Я тогда, на самом деле, не понимаю смысл здесь. Я вот приезжаю, короче, там чекпоинт есть. А, ну ладно, чекпоинт, оно время добавляет для гонки, окей. Но ты на льдине. Чего? Блин, чем здесь футболист, блин, это и гонки? Потому что я не попадаю? То, что ты мегах, я... А знаешь, Морган... А ты знаешь, что во что кидает баскетболист и мяч? Кольцо! Кольцо! Кольсон, блин, да. Ты просто сейчас придет, как кольсон. Однажды Паша спросит, а где новый день детства? Он скажет, простите, ребята, руки не дошли. Блять. Ну, не главное. Сам главное же. Никто уже не пишет, блин. Это вы виноваты. Вы провоцируете меня.
скоро... Чё? Морган станет голым он со своим кольцом. Это... Моя... Блять, я только сейчас понял, я босса даже не усиленно, не помню, где вы, окей. Типа, по хардкору захуярил. Не то, что прям по хардкору, но... Ну, сложнее, чем могло было бы быть, да? Я не знаю, уже принял шот, блядь. Не понимаю, я в Соника, блядь, играю реально в какую-то аркадную сраную гонку. Фак! Классная, а игра охуенная просто. Великолепная. А потом, когда голым будет угадывать, в каком кармане кольцо у него будет лицо мистера Бина. Да, вот этот, который ты... Его мерзких карманцах. Бормутанчик. Угу. Дайте Бормутанчик, он разнесет эту дорогу. Ладно, если он тогда закончит, потому что уже почти 2 часа. На ней дождь.